Привет! На этой неделе продолжилась серия антикоррупционных обысков и задержаний в различных российских ведомствах. И самый яркий эпизод случился в доме главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Или Бельянинова. Я не в курсе, где ставится ударение в его фамилии. У главы таможни ФСБшники обнаружили несколько коробок из-под обуви, которые были набиты разной валютой общей стоимостью примерно 66 миллионов рублей. «Подменили, — говорит, — подменили. Я покупал обувь, а мне на кассе опять 300 тысяч коробки написали. Пихали, который раз уже такое, надо разбираться и писать в Роспотребнадзор». Вообще от этой картины даже сами следователи были шокированы. Посмотрите, вот этот человек с краю еще держится, а у этого уже лицо пикселями пошло. Но главное, что мне вот нравится в современных чиновниках, так это их близость к народу. Так как чиновниками в России становятся совершенно случайно, без всякой подготовки и навсегда пока не посадят, то стиль мышления высшего чиновничества примерно такой же, как у вашего соседа по подъезду. То есть реально, держать деньги в сейфе? Нет, там украдут. Вот положим их в обувные коробки, никто не догадается. Вот у нас тут небольшой шкаф с 60 коробками из-под обуви. Вообще не подозрительно. А главное, я хочу, чтобы вы прониклись. Вот хозяин достает $1 миллион из шкафа, а рядом на стене висит календарь. Понимаете, кнопкой к стене приколот календарь рублей за 50. Сам Бельянинов, он же Бельянинов, в деле является свидетелем и утверждает, что это все семейные накопления. И с таким отношением к деньгам я ему даже верю. Можно заглянуть у него за бачок унитаза, там по-любому от жены еще и пара миллионов заначено. Хотя я, возможно, и не понимаю всей этой темы с обувными коробками, потому что мои-то накопления в спичечный коробок поместятся вполне. Но ведь если вы по-настоящему богатый человек, то можете хранить деньги с выдумкой, с фантазией, не знаю, вместо копилок использовать настоящих свиней, например, или что-то такое. Кстати, как вариант, для хранения можно заворачивать деньги в рубли. Ну и, конечно, надо помнить, что во всех этих накоплениях нет совершенно никакого повода для зависти. Нужно просто честно работать, и постепенно все получится. Например, коробки из-под обуви у меня уже есть. Первый шаг сделан, дело осталось за малым. А еще на этой неделе глава ФСБ Александр Бортников заявил, что для борьбы с мировым терроризмом необходимо решить проблему бесконтрольности и анонимности интернета. Вот всем хороша ФСБ, коробки она вот из-под обуви хорошо находит и все такое, но тут, мне кажется, Александр Бортников немного ошибается. Александр Бортников думает, что террористы существуют, потому что он недостаточно контролирует интернет, но на самом деле Александр Бортников просто недостаточно контролирует воздух. Вот если бы Александр Бортников сам бы решал, ты вот дыши, и ты вот дыши, а ты вот, да, ты, бородатый с автоматом, ты пока не дыши, и не было бы у нас тогда никакого международного терроризма. Все беды-то у нас от того, что воздух анонимен и дышать может каждый дурак, не представившись. А ты перед вдохом приди в отделение ФСБ, получи справочку, печать в регистратуре поставь и за подписью к начальнику, а там уж и вдыхать можешь раз, а то и два, если по льготам проходишь. И, кстати, небольшой лингвистический лайфхак. Александр Бортников говорит, необходимо решить проблему бесконтрольности и анонимности глобального виртуального пространства, которым активно пользуются террористы. Вот все люди, которые вместо слова «интернет» говорят что-то типа «глобальное виртуальное пространство», как правило, говорят об интернете какие-то глупости, и слушать их лучше не стоит. А еще на этой неделе смеялись над Мизулиной. Тоже мне новости, скажете вы. Над ней смеются каждую неделю. Все так, но это первая неделя за последние 5 лет, когда над Мизулиной смеялись напрасно. Суть в том, что Мизулина предложила отменить уголовное преследование за домашнее насилие, в частности, за нанесение побоев. Ученым будущего еще предстоит изучить тягу Мизулины к избиению детей, но дело тут немного в другом. Оказывается, месяц назад были приняты поправки в Уголовный кодекс, которые снимают уголовную ответственность за обычные побои, но оставляют ее за побои в отношении родственников. То есть это ведь правда интересно, избиение родственников считается более социально опасным, чем избиение кого попало. На улице можно побить любого человека и отделаться штрафом. То есть, чтобы спокойно бить жену, вам нужно сначала с ней развестись. Я знала, конечно, что все эти законодательные инициативы придумывают на самом деле не депутаты, но к концу работы этого созыва я почти уверена, что там просто какая-то обезьяна бьет по клавиатуре, а автокорректор правит орфографию. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить нам лайки на YouTube. От них у нас больше просмотров, больше радости и хорошего настроения. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока, увидимся через неделю.